топлес-дэнс. На самом деле, как вы видели, это не очень чувствуется, не все в шортиках и сарафанчиках, но некоторые уже плавают. Вообще классно. Это наши люди, вот мы любим таких людей, мы любим всех. Это все наше. 2 июня здесь будет финал конкурса Miss Sensation и официальный припати Sensation. Это самое главное, да? Sensation будет 11 июня в Санкт-Петербурге. Почему самое главное? Ты в числе судей? Естественно. Есть официальная группа рекордов ВКонтакте. Девушки выкладывают свои фотки в белом. Парни ставят лайки. Чем больше лайков, тем больше шансов попасть на финал. Финалистка поедет в Амстердам на шоу Sensation, самое последнее. А 10 финалисток попадут в зону звезд MTV на фестиваль Sensation Inner Space в Питере. Красивые люди, красивые женщины, хорошая музыка. Что еще нужно для встречи прекрасного? Теплого лета. Рекорд диктует время года, рекорд диктует моду. И не только в Питере, а в 90 городах России, в том числе и в Москве.